I'm frustrated, out of my mind. Can't seem to pick up the pieces of this fallen time. Trying to get a word, trying to what you say, but it doesn't matter anyhow, anyway. The media, the government, and off the TV. Let's talk about what's happening between you and me. We try so hard. Любите ли вы красные машинки с елкой, как люблю их я? Ты любишь? Всем привет. Марина заболела немножко. Ты заболела? Да? Ну ничего страшного. Зато у тебя есть две красные машинки с елками. Так. Сейчас мать поедет работать. Да, Марин? А Марина остается дома выздоравливать, да? Потому что завтра ты должна быть уже здоровая. Я достаточно модная. Так моднее, конечно. Да. Так, ладно, поехали. Надо посмотреть, как зовут клиентку. И... Очень красиво. Ты расчешешься? Да. А, у нас еще вот этот кулер привезли новый. Марина возле него теперь живет. Еще от него есть коробка, да, Марин? А кто-то очень сильно любит коробки, кто-то очень кися. Да? Потому что я люблю там внутри. Внутри ты любишь коробки сидеть, да? Вот Марина теперь живет уже второй день возле кулера в коробке. Мне позвонили с офиса и попросили занести вот эти бумажки. Честно говоря, ни на что не рассчитывала, когда писала. Ну, как бы я ничего не теряю, написав. Вот, поэтому... Сейчас занесу им. Видео тоже они попросили скинуть, говорят, не очень. И говорят, они хотят проверить, совпадает ли тот гвоздь, который я поймала, с тем, что у них на крыше. Ну, естественно, он совпадает. Это во-первых. Во-вторых, у меня его, конечно, нет. Но их же тут миллион валяется, на что они рассчитывают? Ну, в общем, сейчас посмотрим, чем закончится эта история. Мне уже... В принципе, даже интересно. Продолжим беседу. Еду, посмотрела. Эшли зовут мою клиентку. Очень красивая. Дом у них классный, мне нравится. И она такая вся, Ким Кардашьян такая. Но я, как обычно, считаю, что я ничего не сниму. У нас сегодня с ней две локации. Одна дома, там вроде бы ее сестра приезжает. А вторая деловая в центре. Поэтому все это дело затянется. Надо хоть посмотреть, сколько фотографий она заказала, потому что я не помню. Надо хоть посмотреть, за сколько денег я сегодня потрачу весь день. Вообще, насобиралось очень много фотографий, этих рождественских, всего остального. А мне надо начать с того, что снести Photoshop и установить его заново, либо вернуть старую версию. Я пока не знаю, как сделать. Но очень напрягает нажимать на кнопочку и думать, вырубится сейчас комп или нет. А людей уже ждет много. Я так не люблю, когда от меня все что-то ждут. Через... В общем, после съемки нужно будет приехать упаковать вчерашние все покупочки, подарочки. И в 6 часов мне надо поехать это все отвезти, отправить. А завтра они уже отправляют это в путь. Я приехала. А тут дом продают. Но нам не сюда, нам сюда. Слушайте, ну, там внутри классно, но может штатив взять? Посылочки пришли. Смотрите, какие розы. Это живые цветы, которые
с ними что-то сделали, не знаю, наверняка кто-то из вас знает, что с ними сделали. И они вот так вот годами стоят. Я у нее была год-полтора назад, и они тоже стояли. Так, снимаем мы сегодня не в доме, а в клабхаусе. Ее и какую-то ее коллегу, я так поняла. Они работают в агентстве недвижимости, риэлторы они. Вообще, сейчас в клабхаусе сделаем тут хедшотс, а потом поедем к ним в офис в Аптаун. И там будет с видом на Аптаун, в конференц-рум и что-то там еще. Показать вам нейборхуд. Вон здесь, видите, к Крисмасу наряжаются. Огонечки вешают. А еще тыквы стоят. Вот здесь тоже уже Крисмас. И куст цветет. Джой. Так, а я еще... А вот, кстати, почта. Помните, я обещала вам показать? В этой машинке они сидят, здесь руль с правой стороны, для того, чтобы подъезжать к почтовому ящику и закидывать почту. У них тут, смотрите, теннисные корты, симпатичные такие. Бассейн вон там с грибочками для детей. Ну, что так? Пойдет. Вот это вот вторая, я так понимаю. Лишь бы сейчас не пофотографировать чужих людей. У меня так один раз было. Я фотографировала день рождения в таком детском месте. И я пристала к одним людям, их фотографировала, там позировала, а потом ко мне подходит и спрашивает, зачем ты их фоткаешь? Вот, приехала главная моделька моя на Порше. You as well. Oh, yeah. Your hair looks good. You got a toner or something? I had her put more brown in it. Yeah, it looks good. I told her this blonde didn't have more fun. Did you do it like immediately? So we usually kind of stand... against the pole, just one of these. However, I kind of want a little bit of the pole in the background. Yes, if you will stay one more time here. Okay. You see, it's so some strange shadows. So because the sun's right there, and then this pole is right there. Because so. It's on leaves and some spots, and see so yeah. Maybe right here or in here, good shadows. Here or all the way in. Yeah, do you see this shadows? Yeah, I guess, yeah. Like, make strange your skin. Right. So those I like the first ones, and then I like. It's a lot of pictures of colonies. Have them back, I'll let you know. Okay. And enjoy your trip. Make sure I get on the plane first. I'm sure it'll be fine. I don't ever tell mom. I'm like, okay. It'll be fine. Have an amazing time. Thank you. You guys have a happy Thanksgiving. Thank you. You Thank as you well. Too. Bye bye. Bye. Thank you, bye. Shots first and then the other ones later on because those we want to get on the website as soon as possible. So I'll try to send you with watermark so you can pick which one you need to edit. Oh yeah, that's perfect. Okay, so I will do it sooner. So. Okay, yeah, that would be great. Okay, so now we will go to Uptown? Yeah, so we're going to go back to the house so I can get my stuff and then we're going to go to Uptown. You will give me an address? Yes. Do you want to go straight there? Or? Yes, I think okay. yes. Yeah, I'll text you the address. Okay, good. Okay, thank you. I'm going to just go to the house. It'll take me a couple minutes just to pack up everything. No problem. Don't okay. worry. Thank you. Thank you. Ну, скоро все надуется. Пока что, конечно, это выглядит как-то неприлично. Ну, украшают. Красиво уже, красиво. Хай. Ну, еще мало. Это, конечно, все не то, что стоит вам показывать.
Я надеюсь, что мы поедем с вами в МакАденвилл. Это такой Christmas Town. И вот там будет красиво. Вот слушайте, ну вот это вечером светится хорошо. Днем, конечно, черти что. А вечером здесь классно. Очень много огонечков. Хорошо, что вы у меня есть. Я вот ради вас должна ехать и все снимать. Параллельно сама глазеть. Еще, может, и мужа вывезу. Да, Рома? Ну, пока что вот так. Приехала из Нью-Йорка. Наверное, охренела от стоимости нашей парковки. Поехали со мной на юг, до Ринда. Там еды больше. Хотя, по-моему, ты и тут не голодаешь. Прыгай. Машина открыта, давай. Все понятно. Я когда сюда ехала, я проезжала палаточный городок бомжей. Ну, естественно, я не успела сориентироваться, я там за рулем, я еще за дорогой смотрю иногда. Но это вот я в этом районе, тут они буквально пешком к ним рукой подать. Так, мы дома, в смысле я дома, и пора собирать посылку и уезжать. Вот это я, конечно, не знаю, О чем я думала, зачем. Завтра Моника приедет, она это все съест. Короче, надо это пока собрать. Так, завтра, вот это... Завтра к нам гости приедет, а Рита и Моника приедет и Нали? Нет, завтра приедет только Моника. Почему? Так вышло. Почти. Ты не веришь? Да. И что ты думаешь по этому поводу? Мам, скажи, если это правда. Это правда. Моника у нас будет несколько дней жить. Почему? Вот почему Рита так хотела? А, мам? Не знаю, спросишь у нее? Отправлять. Я буду отправлять вот эту коробку. Ага. Здесь а здесь у нас... Здесь все Christmas. О, слушай, так это же нам Рита дарила в том году. Точно, надо повесить уже. Я вообще забыла про него. Это очень давно. Можно не вот это вот снег не сыпать? А вот наша фотография с того года. Да, помню. Кто здесь маленький? Вот это пряник же Юля делала еще в том году тоже. Красивый, да? Так, ну что, все собрали? Да. Теперь надо отвезти это и отправить. Да? Это очень будет тяжело нести. Да, это будет тяжело нести. Но мы справимся. Идем? Мы с папой. А вот это мы потом все уберем. Или повесим куда-то.
Всем привет. Какой там у тебя красивый закат, Марин. Ну да, у меня красивый закат сзади меня. Так, а мы едем отправлять посылку. Сейчас я спрошу, что почем, расскажу вам, сколько стоило. Мне кажется, это самая тяжелая посылка, которую я отправляла. Она будет идти недели 4. Я так надеюсь. Я ее отправляю на один адрес, а там дальше, в этот раз Марине отправляю, и она там дальше распределит и всем все отправит. Wait, это я? Нет. А, это другая девочка. Кстати, Саша, которая делаешь мне обложки, надеюсь, ты смотришь этот влог, там я тебе тоже кое-что спасибо передала. Ну что, взяли? На, снимай, дочь. Окей. Okay. Снимаю. Там, наверное, еще люди. Я не там искали. Не я, их там еще искали. Так, хорошо, с вами. Это куда идет посылочка? Харьков. Украина, да? Да. А вы в Россию отправляете? Да. Все страны, кроме Армении, сейчас закрылась, Израиль, не работаем, и Беларусь. Окей, скажите, кому она? Имя, фамилия? Бондарь Марина. Бондарь? Бондарь Марина, да. Да. Присаживайтесь, пишите. Ага. Это ж цены, правильно я понимаю? Да, да, да. Детальный офис. Хотите, напишите. Бу, одежда, продукты. Хотите, перечисляйте. 39.46. Вы первый раз? Нет, я у вас все время. Я уже даже знаю, что вы с этой стороны сидите. Уже давно причем. Okay. Так, сколько приблизительно будет идти? Так, я вам должна цену. Ничего, здесь, я переживаю. Идет 4-6 недель. 4-6 недель. Но не с сегодняшнего дня. С первого считается. Все хорошо. Так, все. Okay. С вами все. Так, ну с Богом. Вы еще ищите. Ищите, пожалуйста. А это обязательно delivery? Они могут сами подъехать взять? Нет. У нас некуда ехать, потому что они сразу все разносятся, поэтому так просто. Окей. Так, мы отправили посылку. На улице очень холодно. 46 градусов. Это минус 30. 16 разделить на 2, это приблизительно 8 градусов Цельсия. Приблизительно. Отправили посылку. $40 это стоило. Это хорошая цена для такой большой посылки, потому что у меня вот знакомая бегала недавно отправить маленькую посылку, что-то там, сережки или что-то такое. И она отправила обычной американской почтой, по-моему, тоже за $30 или $40. Маленькую такую штучку, там, невесомую. А USPS, короче, вот эти какие-то частные, там вообще загадали 120, что-то такое. В общем, это хорошая цена для такой большой посылки. По весу она у меня вышла 42 килограмма. 41 950. 42 килограмма за $40. Теперь главное, чтобы все дошло. Потому что она сказала, постоянно ужесточают там все на свете, ужесточают. Там она не должна быть дорогая. Нельзя с ней передать телефоны, ноутбуки, еще что-нибудь такое. Это вскроют и заставят платить какие-нибудь фи в лучшем случае. Короче, это дешево не обойдется. Поэтому она говорит, все штрих-коды должны быть содраны. То есть не должно быть новой одежды, не должно быть никаких коробок, это должно быть как бы ушное все, оно должно все идти. И вроде бы как посылка не должна быть дороже $120, иначе облагается дополнительным налогом. А я сейчас понимаю, что у меня там есть штрих-коды, я не везде, но там детская одежда, ну на $120, конечно, у меня там не наберется одежды, но я забыла, теперь я надеюсь, что все дойдет. Будете надеяться со мной? Я буду надеяться.
спасибо, малыш. Ты такая добрая. Ты хочешь, чтобы конфеты дошли? Или чтобы они вернулись к тебе? Конфеты, что вернулись, ну, чтобы к детям. Чтобы к детям получили? Да. Ты такая добрая. У тебя хватает конфет? Да, потому что мне и так, ну, куча. Просто куча. Вот, ну, в общем, надеюсь, что все наши дети получат конфеты. Да, конфеты полетели. Конфеты, короче. А мы едем к Рите. Потому что к ней 10 минут. И когда до Риты 10 минут, как можно к ней не заехать? Не открывается, закрылись? Здрасте, придумали. Это что за новости? Это что за новости? Это что такое? Дверь закрыл. А, неопытный что ли? Похоже, да. Будем нюхать? Похоже, да. Моника, ты моя девочка, ты моя. Эти бойки, никто не обижается. Мать, что она рассказывала тебе глупостей, гадостей? Я помню, что... Просто, кто ты такой? Ты напойщик просто. Ты никто. Ты просто наш способ перебраться сюда. Ты чмо, храпящее по ночам. Все. Нет, ну мужик. Сколько... Он похудел. А что такое-то? Я не помню. Было сейчас. Влог. Он похудел, он на это. Он все... Он буквально за вот эти 3 недели переживания он скинул 1,5 килограмма. Ужас есть. И это только с одного века. При его-то 300. Ну ладно. До завтра. Давай, спасибо.